little plans and schemes, lost like some forgotten dream. It seems that all they really were doing was waiting for you. О, тут нормально будет. Тут какой-то сервак вообще-то, или имбецилов каких-то. Я пока, наверное, буду штурмовиком уже. У меня динамит как-то помощнее. Помогает. Штормовик? Да. Штормовик. Ну, лучше на официальных играть, без таких сюрпризов. Что сюрпризов? Как с танками-то реально бороться, вот, если ничего будет. Нет. Здесь тоже, походу, заблокировано. Динамит. Здесь нет. А чё заново? Чёрный экран. У меня тоже. А, заново сервер перезапускается. Да, загружайся. А чё тут, по-моему, две точки захвачены? Я чё-то не понимаю. Не началось ещё. Надо ждать пока. Ну давай. На самом начале появимся. Мы за кого-то играем. Сейчас тут вообще наберется. Да, я вижу. Вот у меня этот дробовик выпал. И где его теперь можно посмотреть или что там? На солдате. Потом. Ну или да, на солдате выбери. В карте нажимаешь настройки и смотришь там, включаешь. Вот, спасибо. Разобрался. Нихуя тут замутки, блядь. Ты думал, что? А где купить ман, тут на трезвую волну не разберешься. А играть и бухать это очень интересно. Че, все появляется? Бой у нас, как всегда, вежливый такой. О! Мы за французов, что ли? Они там что-то это патроны кидают вообще, это по-французски лопочет. Все, блядь, деньги, ебаный в рот, везде требуют, суки. Ну вот у меня 270 сейчас. У меня их 12 тысяч уже, хоть жопой кушай. У меня 6. Все пушки, все танки куплены. Что мне с ним делать? А я все можно, тоже. Можно их в реал перевести, хотя бы десятку. Перевел бы. Ты а че? Мы захватили 10 косых халяв. Ты что, не перевел бы, что ли? Раната, докину. Как карту. Тут снайпера Костя надо брать. А хотя и ПП поедет. С такой дальностью, да. С керри-риггера снял. Там танк, осторожно. Зипота, ляпота. У меня танк вынес. Где он? Надо. Сейчас я его динамитом обложу. Сейчас он у меня отъездит. Ух ты, он меня видит. Не отъездит. Блин. Урод.
пока я... Чё, хелпа-то будет на Д? Я тут один только воюю, походу. Дороже, походу. Там сейчас на тебя идёт. А я, кстати, у нас Б, по-моему, сейчас заходит. Ну и как тебе, Костя, эта карта? Ну, не темная уже, и хорошо. Я думал, тут будет вообще хоть глаз выколи, фонарик покупай. В целом ничего так. Так, на Б? Ну, на Д. Там огнеметчик кому нужен? Справа лежит. У нас Б отбирает. Рядом с вами есть набор огнеметчика. Мы потеряли цель, Баклан. Ну шо? Бери, путик страшный, поеду. Передели. А чё, у нас медика нету, да, вот одет? Снайпер на Б. Покоп. Огнеметчик, раньше понял, что бессмертный, но... А это панда. Чё, да я знаю, что и не бессмертный. Ты так на снайпера плюешь, блин. Не страшно. Граната взорвал покойник. Тут надо снайпера брать. Тут танки ездят, я снайпера брать не буду. Нас А отбирают. Да, блять, только резнулся. Сука, танк ты приперся. Мы потеряли цель Аист. Ну, пока тупо появится не тупо. У нас все точки забрали, вкус. Мы потеряли цель Сорока. Там с А прут, куда? Фига себе, одного убил, блин, почти все убил. Ну нахрен на пулеметчик больше возьму. А хотя. Атаман кричит вперед, шашки на голову. Портос, Арнис. Что здесь? Да, блять. Мы теряем цель, енот. Василий Иванович, а ты? Что-то пока не очень прет на этой карте. Да что-то да. Пока что. На мой счет посмотри. Не плевать, блядь. У нас какая-то команда пассивная. Блин. Забежал дровик. Меня с коня сбил, блин. Команда на нее смотрит. А кто это? Мы захватили цель Айс. Мы взяли цель енот. Резнули, потом сразу гранаты. Мы захватили цель Баклан. Шо, Костя, его сюда обратно. А у медика только эти, блядь, ДМРки и все, да? Да. Залупа, блядь. Ну, потом их продолжим. Дополнение автомат Фёдорова вроде должен дать. Псюху ему подарят, наконец.
Ну, мы же с Кассином подрассудили так. Медик же должен вблизи отряда работать. Не ну да. А ему дали, блин, ДМР. Как так-то? Мы потеряли цель Дрозд. Ребята, у нас один человек отбивает Б. Надо их очень много. Окопы какие-то непонятные. Невысокие какие-то слишком. Чё ты хочешь, французы их 4 года рыли, блин. Невысокие, блин. Там снайпер. Да, он меня убил. Да он живой еще. Ты еще по мне успел. Сзади, сзади зашли. На другой ствол взять. Чувак с окопного, опять окопный, блин, пулемет. Как они с него стреляют? Бар? Ну. Помнишь один, который ставил противогаз? Да, это такой же такой. Вот опять появился, но меня сняли бы ни за что. Шури. На Б? Я не знаю, где-то лежу. Мы захватили цель, фазан. Должен Я шож взял, блин. Я, короче, и тупо умер. Мат. Хоть зараза точный. Шож тоже, кстати. Точно. Тебе не нравится? Ну, скорострельность мало. Ну да, но урон зато большой. Пожар-то разбивать можно? Костян, кстати, в Destiny не будешь брать себя второй? Не знаю, а ты? Ты что, смотрю? Могу. Но буду ли? Я первую хотел поиграть, Денису. Но мне жаба душила. Приставку брать, Россия? Ага. Я все равно с сосками этими играть не умею. Ну и как тебе эта карта, Костя? Что-то не очень. Да у меня что-то на ней, да, не прям. Может, нормально. Работать, это... Да, мне не там играли, было лучше, но много. Мы захватили цель, енот. Я противника вообще не вижу. Да я Куда тоже. Прилетает, блин. А, ты видишь суслика? Нет. А он есть. Так же кто-то кардил. А ты... О, блин, откуда мне сейчас на 5 на 70% прилетело? Да просто непривычно. Что ты хочешь? Я Dark Souls, блин, до дырок заездил. Потому что я от игры откажусь. Ага. У меня там мегабоссы, блин, убегают. Ура, блядь, я одного убил. Сука.
в этих вот окопах сейчас будут дробовики рулить. Гранатами? Не, но с ДМР конечно пиздец. Ну вот, у него сметатель у медика хороший, сметатель такой. Единственный, такой. Да, остальные. Но ну, и то у него есть недостаток, мушка, блин, кривая. И патроны быстро. Да, не, у него мушка, как здоровая, она тебе просто весь обзор закрывает. Мы захватили цель, фазан. Я не знаю, я на цель прибежал. На цель он все собрались. Я тупо бегал по окопам с какого-то перепова и оказался на цель. Ну карту-то не знаешь. Огнеметчик заходит с тыла. Да, я вижу. Я уже воюю вообще. Я в очереди стою, так что... Мы захватили цель енот. В окоп упала лошадь и убила троих. Лошадь? Это батлфилд. Мы захватили цель дрозд. Что это было только что? Реально. Кавалер. С лошади черти когда спрыгнул, она нас убила, блин. По инерции, походу. Даже крысы бегают, ты посмотри. Прикольно. Мы потеряли цель сорока. Появился под мостом от меня такая стайка крыс побежала. Все, что я успел сказать. А местам пора. Ты же самое. Первое. А я что за противоположную команду кинуть? Опять Олю по углам придется искать. Не стояла я тогда в углу, я бегала. Врёшь ты себе. Да не вру я. Я прям угадал, так как только сказал, говорю, Оля, говорю, хватит в углу. Это не я сразу. Потому что я не стояла в углу, а бежала в тот момент. Что я ещё должна была ответить? Вернитесь в зону боёв. Да всё это ты была, не надо врать. Нет, не я. Мы захватили цель, Дрозд. Такие шлепки по воде, блин, в окопах, слышно, блин, за километр. Как кто-то бежит. По грязи. Шлеп, 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 шлеп. Ой, ну мне кажется, что я сейчас зайду под конец боя. Ну да, ты противоположную команду в одно место есть. Ровно как раз. Мы захватили цель Айс. Мы потеряли цель енот. И что же тут смешного? Мы захватили цель фазан. Мы захватили цель баклан.
Не надо подробности, где ты именно застрял. Кстати, на точке С догорает этот гигант. Видел? Вот. Там гигант догорает, этот большой танк. Захватили цель Сорока. А там он дед бирает.